Вашингтон, 4 мая, РИА Новости. Россия и Аргентина начинают работу над межпрофсоглашением в сфере борьбы с терроризмом, заявил в четверг журналистам замдиректора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов. Есть общее понимание о том, что такой проект двустороннего межпрофсоглашения в области борьбы с терроризмом будет подготовлен, сказал он на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом. По словам дипломата, проект будет подготовлен в ближайшее время. Потом его передадут аргентинской стороне. Если аргентинская сторона будет также оперативно и эффективно работать, то возможность для подписания такого документа могла бы представиться в ходе предстоящего визита президента России в Аргентину в конце ноября, начале декабря для участия в саммите двадцатки. Но искусственно форсировать такую работу нельзя, отметил Феоктистов. Он назвал это большим прорывом и объяснил согласие аргентинцев начать работу над соглашением тем, что в Буэнос-Айресе начинают понимать важность борьбы с терроризмом.